Да, собачки. Вернулись мы с охоты. Кум-то как там, жива? Раздали нам сегодня по полной. Енот попался нам здоровенный. Да, Буч? Кум, ты как там? О, у тебя там кровище на морде. В общем, кум сегодня нашла енота. Но он, зараза, в реке под какую-то корягу, под дерево спрятался. Это мне всю машину испачкали. Ну вот. И... Ну и долго сидел под этой корягой. В общем, пошли с собаками погулять. Они нашли енота. Вон он, видите, глаза его светятся. Но они уже несколько раз его там пытались поймать. Он заплывает под коряги. Оп, болтыхнулся. И не хочет оттуда вылазить. Сидит, моргает. Ну, кума сегодня нашла его. Буч рядом со мной тусил. А кума нашла. Теперь Буч тоже толком не понимает, что происходит. Но кума с ним уже цапнулась разок. Вон он сидит. Но ветер дует вот от меня к собаке. То есть она прям, она его не видит и не чует. Он рядом, но она не понимает, что он там сидит. Я-то его вижу, она не понимает просто. Тоже вот ветер мне в спину прям дует. Еще бы чуть-чуть бы. Может, ветер там крутанет, как-нибудь она его почует тогда. Пока что прям ровно в спину. Мне енот уплыл по реке, а они остались искать там его, около этого упавшего дерева. Я пошел за енотом вдоль по берегу и нашел, где он вылез на берег. Вот он приплыл, сидит, смотрит на меня. Здоров. Вообще у нас сейчас не сезон, поэтому стрелять мне нельзя еноту. Но натаскивать собак можно. Соответственно, я стоял, любовался. Пошли, девки, смотрите, у меня жрачка есть. Пошли, 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 пошли. Буч, ты не самый умный, да? Тебе что, дверь открывай? Только всю машину надо. Пошли, пошли, девки. Вот, давай, погнали. Ну, короче, стрелять на енот нельзя. Ну, я хотел пофоткать, посмотреть на него, но тут пришла Буча и атаковал его. Блядь, вцепился в нее. Пошли, 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 пошли. Молодцы. Да, вольер, вольер. Вольер, кума, ты тоже вольер, да. Давай, заходи, заходи. Что такое? Все, давай, давай, идите сюда. Идите обе сюда. Нельзя, нельзя, Буч. Нельзя. Сядь, не, Буча, нельзя. Уже съел что-то. Когда ты успеваешь? Нельзя, нельзя. Так. Девки, нельзя. Нет, кума. Сядь. Сиди. 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 Сядь. Ешьте. Ешь. Ну, в общем, Буч атаковал, кума сразу прибежала. Началась возня. А я что поделать не могу, разнимать не могу. Стрелять не вариант. Ружье-то у меня было на опоссум, а на опоссум сезон открыт сейчас в Вест-Вирджинии. Я в Вест-Вирджинии сегодня охотил, в соседнем штате, не в Вирджинии, а в соседнем штате. Короче, они начали там кубарем кататься с этим енотом в грязи, в воде, под берегом. Вообще, у нас уже бывало такое, что они енота на земле давили, но тот был молодой енот совсем. Это здоровый попался, зараза. В общем, он там в лицо вцепляется,
они скулят, потом они в него вцепляются, он шипит, рычит. Ну, в итоге они друг друга немного покоцали, но мне пришлось их ошейником отзывать, током их стукнул пару раз каждую. Не, Буча отошла по голосу. Кума вцепилась в него и не отпускает, и он у нее не отпускает, они кувырком катаются, смотрите, вся грязно, не знаю, что. Ну, в общем, пришлось ее током стукнуть. Ну, Буча тоже досталась на морде немного кровь. В общем, в итоге оставили мы этого енота. Но мы запомнили, где он живет, и мы обязательно вернемся, когда сезон откроется. Мы к нему вернемся и съедим его, да, собаки? А сегодня, конечно, нам люлей раздали по самой не хочу. Да, я не ожидал, что енот мог способен на такое. Че, надавал он тебе? Жив, здоров. Блин, все в шрамах теперь будете. Пошли, Буча! Хорош, все, завязывайте, пошли. Пошли. Все, все, все. Ну вы дали, девки, блин. Ну, в общем, кормлю я их вечером после охоты. Ну, или если на охоту не ходим, все равно вечером. Охота у нас в основном вечерние, ночные. Но со следующего года будем и днем охотиться. А, да, самое главное забыл сказать. Вчера добыл оленя из арбалета, как я и планировал. Скоро видео выложу это, потому что я даже его сейчас, времени не было обрабатывать ничего. Олень я положил в холодильник, у меня такой здоровый холодильник есть. Там целиком подвешенный, как есть. Правда, холодильник немного морозит. Блин, а? Минусовая температура. Надо тут крутить. Холодильник я брал. БУ. И тут уже ручка сломана, приходится маленькая отверточка подкручивать, термостат. Будем надеяться, что-то там я подкрутил. Я уже сегодня днем подкручивал, но, видимо, недостаточно, все еще морозит. А хочется выдержать оленя при температуре где-то, может, 3-4 градуса Цельсия плюс. Сейчас он уже подмерз, наверное. Ну ладно, хрен с ним, растает еще. Созреет мясо. Хочется мясо, чтобы созрело. Держать его пару недель. Все, я отключаюсь, спать пора. Завтра на работу, потом на охоту.